Ребята, Нью-Йорк на проводе. Сегодня Hudson River Park. Несколько пирсов здесь есть. И любим бывать на разных, но этот какой-то более, не знаю, что ли, красивый. И как-то на него приезжаем чаще. Ну и лучше один раз увидеть, да, чем 100 раз услышать. Можно найти очень много. Но парк действительно классный тем, что он... Ветра будет очень этот, нормальный звук из-за того, что микрофон рядом. Просто хочу вам эту красотищу показать, куда стоит прийти, приехав в Нью-Йорк. Но это же просто ляпота, ляпота. Вот такой вот возле самой воды такая вот красотища. Вот здесь, пожалуйста, ложитесь, располагайтесь вот так вот и отдыхайте. Ну, реально здорово, очень здорово. Очень. И еще хотела показать вам небольшой такой островочек. Ну, это больше не островочек. Поле для игр с детьми, ну и для взрослых тоже. Здесь достаточно часто устраивается дни рождения. То есть ребята просто привозят свою еду. Вот, и делают день рождения себе на природе. Очень-очень, по-моему... Ну, полюбуйтесь этим видом. Но это... слушайте, я не знаю, сколько мы раз были здесь. 100 или, я не знаю, 200. Но каждый раз приезжаешь, каждый раз как в первый раз. Чуть-чуть темно получается. Но вот эта вот часть, видно, что все такое зеленое и классное. Итак, поле, на котором можно поиграть, поскакать, все, что хочешь. Очень-очень здорово. Ну, то есть все условия для времяпровождения семьи. Поэтому, надеюсь, атмосферу этого места я вам чуть-чуть передала. Ну, и там пару своих эмоций вам подлила масло в огонь своими эмоциями. Ну, правда, очень любим здесь бывать. Вы, наверное, все ролики смотрите, где они только не любят бывать. Да, Нью-Йорк мы любим везде, просто везде. Ну, его нельзя не любить. Его просто нельзя не любить, поверьте. Пока-пока, ребята.